Свет, сходи за хлебом! Звучит на 12 секунде. Говно. Редкое говно. Круто! Отмечу-ка я на этом видео 89 своих подруг. Мне одной не смешно. Зацени мои видосы. Поразвелось, Вайнеров. Спиздила у Галич. Да он козел, придурок, мудак. А ты красавица, умница, золото. Он к тебе еще потом на коленях приползет. Значит так, сожги все ваши совместные фотки и выброси его подарки. Дура, куда айфон-то понесла? Я же говорила. Ну да, ушел. Ну ты посмотри на себя. Со мной ему будет реально лучше. Да, что такое? Я нашла у тебя в рюкзаке эти женские трусы. Как ты мне это объяснишь? Стой, а где ты это нашла? Что, прямо в рюкзаке? А что они там делают? А это не твои? А может это мои? В смысле женские? А откуда они у меня? Короче, понятно все с тобой, кобель. Так, подожди, консьержка сказала, что пока меня не было, к нам в квартиру приходил какой-то мужик. Какая консьержка? Ну-ка рассказывай, какая квартира? Кто? А пойдем завтра на концерт Оленьки Бузовой. Женщина не должна работать. Либо PlayStation, либо я. Зая, а куда твою футболку ложить? А ты можешь найти более оплачиваемую работу? А моя подруга считает, что ты... Если ты не оплатишь мне Турцию, значит я поеду с Ашотом. Почему ты не лайкнул мою фотку? Вот твой ужин. Мужчина должен принимать женщину такой, какая она есть. Может, тебе подкачаться надо? Привет! Слушайте, вы меня часто спрашиваете, Свет, а где познакомиться с нормальным мужиком? Я вот честно очень долго думала над этим вопросом и нашла идеальный вариант. С мужиками надо знакомиться возле банкоматов. Ну, во-первых, тепло. Так что засаду можно устроить надолго. Во-вторых, сразу видно благосостояние мужика. Ты там в окошко подсмотрела, на какой машине он приехал, один, с водителем или пешком пришел. Одно могу сказать, если он приговаривает, блин, автобус через 3 минуты, надо успеть, не наш это вариант. В-третьих, ты показываешь, что ты не какая-нибудь там содержанка, а ты пришла свои кровно заработанные денежки положить на свою кровную карточку. Но, так скажу, деньгами лучше не светить, потому что тепло, оно бомжей тоже привлекает. Один минус есть. Бегать надо быстро уметь, потому что охранники, они же, к сожалению, не слепые, они видят, что ты уже 4 часа тут трешься. И еще нужно привыкнуть к вот этим вот фразам. Девушка, отойдите, девушка, почему вы смотрите мой пин-код, девушка, сейчас полицию вызову. Параноики. Уроды. А так, в принципе, идеальный вариант. Пользуйтесь. Ну что, начнем? Давай. Правда или действие? Правда. Сколько у тебя было сексуальных партнеров до меня? Ну, поехали. А близнецы за одного считаются? А бывший, который вернулся по новой, учитывается? А если я почти не помню? А если я почти не помню, но есть видео? Посчитала? До 20 лет, да. А сколько человек в футбольной команде? Ладно, все равно не посчитай, давай лучше действия. А, тогда выйди на улицу и поцелуй первого встречного в щечку. И ты что, проститутка, что ли? Дебил. А куда это собрался? А кто там будет? Сколько человек? И что за место? Когда вернешься? Почему так поздно? А это не тот Коля, который с женой развелся? Так, а что еще за Лена? Покажи мне ее ВКонтакте. И нахера вы с такими стрёмными бабами тусите? Пить будешь? Так ты еще и пить будешь, чтобы в 9 часов был дома.
Свет, мы с тобой уже 2 часа разговариваем. Время 9:15. Ты еще и опоздал. Вот не умеешь ты держать свое слово. Короче говоря, я решила сделать уборку. С чего бы начать? С кухни, с ванной, с гостиной. Начну с клиники. Доктор Кокс, душка. Но убираться все же надо. Начну с гостиной. Неожиданно нашла коробку со старыми фотками. Потеряла 3 часа. Все-таки решила начать с кухни. Заодно и поем. Прошло еще 2 часа. Я поела. Убирать теперь надо намного больше. Осознала, что создана не для этого. Пойду снимать вайн про то, как я решила сделать уборку. Свет! А чё у нас такой срач? Сам пойди уберись! Короче говоря, я решила сделать уборку. Короче говоря, я решила похудеть. Начала с поиска подходящей диеты. Это слишком жесткая, это слишком долгая, это слишком дорогая. В этой не смогла придумать отмазу. Поняла, что слишком люблю жрать. Поэтому буду заниматься спортом. Начала переодеваться в спортивное. Не влезла в треники. Впала в истерику. Стала заедать стресс. Вспомнила, почему у меня стресс, разозлилась на себя. Переборола себя, переборола треники. Нашла на ютубе видеотренировку, стала заниматься. Казалось, прошел уже час, на самом деле 10 минут. Встала на весы, увидела, что не похудела ни на грамм. Решила, что сегодня больше есть не буду. Но только если чуть-чуть, и еще чуть-чуть. Йогурт всегда можно. На следующее утро поняла, что нечем завтракать. Алло, здрасте, а можно пиццу заказать? Короче говоря, я решила похудеть. Девушка, пересадите нас, пожалуйста, вон за тот столик. Там же сидит компания молодых людей. Э, ну чё, кто-нибудь хочет тройничок? Ну куда вы уходите? Из-за тебя. Ты чё на ней пялишься? На нас пялься? Да. Блин, ты очень аппетитно делаешь. Потому что самое главное – это ответственность. Если нет ответственности… Потому что если нет ответственности, нахер… Молодой человек, передайте, пожалуйста, эту бутылку шампанского вон за тот столик. Вы нахер его пьете? Просто откройте! Да почему ты меня бросаешь? Ты меня достал! Ну я люблю тебя! Все, я ухожу от тебя! Ну подожди, Лиза, стой, подожди! Ну подожди, стойте, а так я вам нужна эта Лиза! Вот буквально секундочку, мы идем! О боже, мои подруги, плохо, помогите кто-нибудь! Ей сдали молодой, красивый, нежнатый парень! Нет, не надо. Суарес, годовой доход 23 миллиона долларов. Игрок испанской Барселоны, где по гонорару его обогнал только легендарный Месси. Шестой айфон? Я что, похожа на нищебродку? О, мультиварка! Ништяк! Да, спасибо. Нет-нет, все нормально, все. Да, я именно это и хотела. Нет, я не расстроилась. Да оставьте меня в покое! О, это ключи от того мини-купера, который я хотела. Блин, ты самый лучший друг. Да, снимай штаны. Цветы? Ты даришь мне на неделю наших отношений просто цветы. Что там у нас? Ну-ка. А это точно все? А что там у нас еще спрятано в кармашке? А как ты тогда бантик повязал? Под водой переплыву.
used to know a girl, she had to.